Нет, неправильно. Началось все до больницы. И дальше было только хуже. Вспоминать точно, стирать на разбитое зеркало. Осколки режут булки. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести дураку. Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой. Жаждал поспезать к поддоны. И видишь, что это, оказывается, был выбор. Мне страшно. Но я снова... Альф сдержал слово. Я бросил водку, вернулся на наркотик. Я вернулся на прежнюю работу в смешной отдел. Помоги! Нет. Дайте подкрепиться. Заложники вооружены, я иду подкрепиться. Сдохни, сука! На вид это было похоже на... Крупнейший в России специализированный угольный порт с высокотехнологичной перевалкой угля. Только обчищенный. Жена Палап, она же жена Палап, перебили. У меня нет... Я не мог ее спасти, но спасти женщин было тошно. Наконец-то. Эй! Наконец-то. Нам пора перестать встречаться таким образом. Ее великолепный аромат скрыли от меня двери уезжавшего лифта. Езжай, Кауфман, езжай! Ты в порядке? Черт подери. Как и все плохие события в моей жизни, это началось с женщины. Плохо работаешь. Ёбаный твой рот! Ее убили у тебя под носом. Вы мудилы! Халат, вот что это такое. Я сейчас им расскажу, что вы тут исполняете. Я старался вести себя профессионально. Из-за того, что все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. Там, где другие видят препятствия, она видит возможности. Там, где все следуют обычаю, она следует за мечтой. И там, где кто-то видит легендарный внедорожник, мы видим новое поколение внедорожников Mercedes-Benz. Уинтерсон, тебе халат, тебе мафия, возьмешь этот бред. Я не хотел изготавливать пуп. Не нравится мне это. Я хотел... Я поехал. Погнали нахуй! Влад купил водку и собирался устроить прогнарёк. Я был рад. Водка. Открывай, сука! Влад! Влад! Я вошел через заднюю дверь. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Но я был жив. До конца пупа было еще далеко.